Так, ну вот, собственно говоря, это сверху пыль. Пыльный такой приборчик, но рабочий. Вот он, внешний такой. Что-то довольно-таки для своих лет неплохой. Показываю. Подключился здесь, получается, но сверху вот он тоже тут не без царапин. Угу. Вот, подключился, получается, Wine In, Wine Out, питание 220 тоже. Вот, американское производство, Юта, DBX, специально для моих фанатов, хейтеров. Вот, начинаю видос. Фантомка тут не нужна. Фейс. Срез фаз. Ну то есть, вот он. Пошла работа. Диэссер, свал, медленно, быстро, выход. Все в таком духе. Балайзер, нижний. Только средний. Только высокий. Вот они, средние пошли. Только высокие. Только средние. Только низкие. Так. Сильно пошуметь не получится. Но показываю, что все режимы переключаться, но это для цифры, да. А я съебу, сори за мат, но это мировое обозначение формата. Ну вот, автоматически срабатывает Gain Reduction, ну то есть все сжимается, все делается. Да, вот это пыль, она все стирается. Конечно, чаще надо ее протирать, но на все рук не хватает. Ну то есть, да, вот цифровой выход, коли таковой требуется. Микрофоны тоже полностью рабочие. Инструментальный тоже. Как-то так.